Нам скоро прибудут гости. Надо подготовиться к их прибытию. Посмел противиться богине хаоса? Схватить его! Нет, нет, нет,
зачем? Схватите, я очень люблю игры, давай поиграем. И я вижу, что ты очень любишь играть, и я, конечно же, люблю играть. Давай только так, ты и я. Но, если выиграю я, ты отдашь мне цветок и вернешь моего друга. Неплохо придумал. Но если проиграешь ты, то именно ты останешься моим рабом навеки. Хорошо, я согласен. Тогда моя загадка. Белые кони на красном холме сначала сойдутся, потом разойдутся, а после замрут в темноте. Это что-то очень знакомое. Это явно что-то простое. Да, конечно! Это же зубы! Ха! Это было так просто! Слушай меня внимательно. Без голоса кричит, без зубов кусает, без крыльев летит, без горла завывает. Немедленно. Отвечай, Синбад! Отвечай скорее! Без голоса забывает. Что же это? Забывает. Это ветер! Ну, конечно же, это ветер! Отгадала моя прелесть! Очень умный! Стой, подожди, подожди! А как же наш уговор? Моя загадка. Без петель, без замков. Это дом. Слиток золота спрятан в нем. Ну что, сдаешься? Очень сложная загадка. Сдаешься? Никогда! Это же яйцо! Ха! Тебе никогда не выиграть меня, Синбад! Слушай, мою последнюю загадку. Уничтожает все кругом. Цветы, сады, деревья, дом. Жрет железо, сталь сожрет. Скалы в порошок сотрят. Отвечай мне! Подожди, дай минутку. Я тебе давал время подумать. Слишком долго думаешь. Подожди. Ну надо же! Синбад не знает правильного ответа. Сейчас. Мне надоели эти игры. Время истекло! Время — это... Мой ответ — время! Это было легко! Это время! Рита, я выполнил часть своей сделки. Теперь пришло время выполнить твою часть сделки. Отдай мне цветок и верни моего друга. Ты действительно оказался достойным противником. Эй, слуги, ко мне! Так и быть. Я отдам тебе цветок. Будь счастлив, Синбад.